Ну просто. Видео пишет, да? Да. Ну вот мужик, значит, взял на Украине, рубил дрова. Такое бревно было, наверное, да? Он видел, что вот здесь вот сучок, что нельзя по прямой вот так рубить. Он немножко в сторону решил, да? Вот такое оно было где-то. И рубанул первый раз сюда, был такой сильный удар. Но сучок не дал разрубить, видите? Сучок держит все это. Потом второй удар был поменьше, третий покороче, а четвертый уже разрубил бревно. Он думает, ну это большой кусок, не положишь его в эту печку, надо еще напополам. Он посмотрел, наверное, вот здесь вот неудобно, потому что сучок прям сразу видно. Он повернул, вот здесь поменьше, как бы, по площади, плоскость такая нормальная. И он рубанул его вот сюда вот. Ну, немножко бы в сторону бы, или сюда, мы бы с вами не увидели, что сейчас увидите вы. Вот видите, как он рубанул? Вот он, удар топора. А там вот что. Сучок сквозной. Видите, он заходит внутрь, а выходит вот здесь. Это тоже сук. Смотрите. Прямая линия. Это его отражение. Сучки всегда маслянистые. Ну вот попади бы он сюда, вот разрубил бы, да, вот так вот, наверное, кусочек. И мы бы с вами увидели только маленькую вот такую линию черненькую. А самого креста бы не увидели.